этого человека у всех на слуху в последнее время. Имя этого человека Юрий Скуратов. Вот уж кому сейчас не позавидуешь, так это ему. По-моему, наша страна, все наши средства массовой информации абсолютно забыли, что нужно пахать, сеять, работать. Средства массовой информации пишут только о Югославии. Нет, ну, пожалуй, кроме нашего бывшего премьера, который славится выдумывать новые крылатые выражения, ну, типа, хотелось как лучше, получилось как всегда, на этот раз он придумал, что мы страна сезонная, то есть вспомнив о посевной. Здесь сразу вспоминается Хазанов, а в деревне Гадюкина дожди. Так вот, у нас дожди вокруг генпрокурора, у нас дожди вокруг генеральной прокуратуры, и, естественно, нам ничего не оставалось, как следить за этим скандалом. Мы следили, мы выдавали вам какие-то версии, и вот сегодня, но при этом знали, что главная наша была задача получить информацию из первых рук.